Всем привет! Приехали мы в этот день на пруд, на котором, по слухам, неплохо ловится щука на жерлице. Также было желание плавить окуней на блесной балансир. В основном все рыбаки сидели у плотины пруда, но мы же решили отправиться в хвост. Я думаю, отсюда вот начать. Возьму одну. Ну давай. Лед сантиметров 15. Так. Что ставить? Плотвичек? Пискарик? Пискарик ставлю. Подъем крупного. Не, ну так прикольно было бы, если это пока ставишь, короче, хоп, поклевочка была, да? Такой же бывает у кого-то. Давай здесь. Блин, там флажок сработал на последний. Да я тебе говорю, вон он. А я не знаю. Блин, вон он торчит, кажется. Да я тебе говорю. Ну вон на последний, что не видишь, торчит? Так. Сработал флажок. Я включил уже давно. На самый последний. Может быть. Давай. Буду снимать как эксперт. Без багорик сейчас достанешь. Без багорика достань. Укусится. Нет, стоит на месте. Так, сработал флажок, самый крайний. А? Просто выскочил. А чего? Размотало? Нет, ничего. Ё-моё. Блин, сожрал он, да? Браво. Ну да, вот следы. Духов, конечно. Наверное. Чё-то не понравилось ему. Он подох? Ну да, дохленький. Блин, а что такое? Почему оно это дальше не стало? Нет, ну, окунь, нет, не щука, окунь его. Окунь? Дальше потряс. Ну не мелкий, наверное, скорее всего, да? Ну он за голову схватил. Ну да, от щуки зубы такие следы были больше. Блин. Ну ничего. Первый подъем есть. Вот и первая сегодняшняя рыбка. Окушок. Попался на блесенку. Сейчас дальше продолжим с этой луночки. Попробуем, может, еще что-то поймем. Нет, что-то, к сожалению, больше на этой лунке ничего нету. Надо идти дальше. Сработал опять тот же самый флажок. Ага, вон, мотает. О, пошла. Мотает. Блин, гляди, аж как это сдвинуло. А ты что, не ждешь, когда он заглотит? Давай дождемся, пока это встанет она. О, крутит. Вроде посерьезничает, да? Вот остановилась, сейчас будет заглатывать. Ну это смотря опять же, смотря что, может окунь.
может быть такой вариант, конечно. Что делать? Давай делай как это, как всегда делаешь. Я всегда, короче, ждал, пока она остановится, она вот сейчас заглатывает. Второй раз начинает разматывать, тогда прям, во, давай. Что, есть? Хорошая? А, щучка, да? Во, нормально. Первая есть. Первая в этом году, да? На первый наш этот, короче, наверное, будет вторая, какая-то. Ну да. Где-то сколько? Грамм 700 есть, да? Ну да, даже может такой пилошечек. Да, есть, бьется. Че, стащить? Есть. Вообще, малыш. Поэтому она не мотала. Вообще, на полотвичку. Гляди, ее даже брал кто-то. Смотри, да? Следы. Ну да. О. Охренеть. А, видишь, что карбон тут, да? Ну да. Не откусил, да? Нормальненько. Пипец. Вот такой карандаш. Заглотил и стоит, да? Угу. Так, вот еще одна сработала. Самая крайняя, с другой стороны. Нет, увидел. Вот, смотри, смотри, аж это. Аж развернуло как. Не мотает. Может, она уже давно. Примерзла, да? А тут она. Ну нет. Есть? Нету? Обидно. Нету. Прям удар такой нормальный был, да, Шаш? Смотри, она все кромсала. Ну, порезы такие. О. Живцов нет? Живцов нету. Получается, какая уже? Четвертая? Поклевка? Да. Четвертая поклевка. Уже четвертая поклевка. Так, ну вот уже было 4 подъема на жерлице. Две щучки поймали. Поймали еще окуней на мормышку. На блесенку тоже окуня поймал маленького. Как оказывается, на этом пруду проблема поймать живцов. Живцы у нас закончились уже. А новых поймать мы никак не можем. Приходится ставить на окуней. Только окуни и ерши попадаются, и все, ни плотвички, ни карасика, ничего нет. Хотя карасики там, как заходили, у плотины карасей подо льдом видно много, целая куча. Но он не клюет. Так, решил попробовать половить на балансир. Вот такой балансирчик небольшой. Сейчас будем пробовать. Была поклевка. Ага, есть. Есть. Кто-то есть. Ух, неплохой окунь. С первой же лунки. Вот.
такой окунишка. Со второй. Первый раз дернул. Не попался. Вот такой красавчик. Неплохой окушок. Ну, продолжим на этой же лунке. Сейчас посмотрим, может, еще там есть его друзья. Так, больше поклевок нету. Пойду на другую лунку. Немного поглубже. Тут немного поглубже. Угу, два поклевка. Дать мелкий окунь. Ага, есть. 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 Ох. О. Еще один неплохой кусок. С каждой лунки по окуню. Она как зацепился. О, какой красавчик. Вот еще один красавчик. О. Глубина тут примерно 7 метров. Яма какая-то. Вот прям на яме попался. Отличный окунь. Ходил на блесну. Пробовал на блесенку всего. Одна поклевка и мелкий окушок. Вот. Поставил вот такой балансир. И с каждой лунки вот по такому красавчику. Отличная рыбалочка. Вот такой сегодня улов. Все, пора заканчивать рыбалку, пора ехать уже домой. Отличная рыбалка сегодня получилась. Еще ряд поймали, окуни хороших. Так, ну все, всем пока, до новых встреч.